19 мая в Душанбе состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ с участием министра иностранных дел Руслана Казакбаева. В ходе заседания главами внешнеполитических ведомств планируется обмен мнениями по актуальным международным вопросам, состоянии и перспективах развития региональной обстановки, укрепления внешнеполитической координации в рамках организации. Совет МИД ОДКБ также обсудит ход подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной к проведению во втором полугодии в Душанбе.